Всім привіт! У нас новий сезон предметки, і цього разу вона називається «Предметка переселенці». Ми дуже хочемо, аби наш проєкт став корисним для тих людей, які вимушено збираються або вже покинули Україну. Героями першої програми будуть вже дуже відомі, і я знаю, що ви їх всі любите, Даша і Аріна. І Даша, і Аріна вже побували і пожили у Іспанії, а зараз Даша знайшла прихисток у Німеччині, а Аріна – у Ризі. Отож, телефоную дівчатам. Ну що, погнали? Де та Аріна? Алло, алло! Я тут! Ти тут! Слава Богу! Ну що там? Слушай, Сережа, ну ничего, есть о чем поболтать. Не думала, конечно, что нас сведет такая тема для следующей предметки, но что имеем, то имеем. Ты знаешь, я дуже довго перед тим, як записати з тобою цю першу програму, я дуже довго думав про те, в якому настрої її писати. Чи не захейтять нас за те, що ми можемо шуткувати з одного боку, але з іншого боку... Я гадаю, що гумор, він завжди допомагає. І ця предметка, вона буде трошки відрізнятися від попередніх, оскільки я маю надію, що вона допоможе практичними якимись порадами, інформацією тим українцям, хто збирається покинути або вже покинув свої домівки. Ну, судя по тому, что это моя четвертая страна с того времени, как я покинула Украину, то, в принципе, я думаю, что мне есть что рассказать, Сережа. Арін, скажи, будь ласка, а коли до тебе прийшло перше розуміння того, що почалася війна? Ну, сейчас уже прошло время, я могу говорить про это без слез. Ложусь я поздно, где-то около 2 часов ночи. И в этот день я проснулась в 6 утра от того, что кто-то позвонил Давиду на телефон. И он поставил на громкую связь. Я слышу, что ему звонит его мама. И я открываю так, типа, знаешь, глаз смотрю, темно, думаю, боже, думаю, А думаю, что это на громкую связь поставил? Думаю, зачем он мне будет каким-то разговором? Я так понимаю, темно, ночь, думаю, что произошло? Я слышу вопрос от мамы Давида, ты собрал, типа, вы собрали тревожный чемоданчик? Он говорит, нет. Он говорит, и тут я понимаю, походу, почему она звонит. Давид кладет трубку, говорит мне, Арина, началось? Я говорю, что началось? А я просто схватила телефон и побежала в туалет. Я не знаю почему. Я уже сидя в туалете, начала смотреть эти все взрывы. И первое, что мне пришло в голову, это посмотреть в окно. И люди уже все уезжали. Я проснулась в 6 утра. То есть если военные действия начались в 4, в 4.30 про это знали все и начали поднимать всех военных, то до меня это дошло в 6 утра. Вот, все уже уезжали, когда я выглянула в окно. Полная неразбериха в голове и непонятие, что делать. Но мне было смешно, когда около 8 утра я поняла, что у меня утром должна выйти рекламная интеграция колготок. Материал весь отснят, надо просто выставить. И я где-то в 7 утра пишу Лесе, своему тренеру, своему менеджеру, типа, Леся, привет, слушай, я так правильно понимаю, типа, мы рекламу переносим, ты знаешь, я очень ответственная, то есть если у меня есть задание, я его 100% выполню. А в 12 у меня была съемка, тоже для рекламы в Инстаграм, с фотографом, который меня снимал и сразу ехал в аэропорт улетать. А я ж не понимаю, я смотрю в окно, все уезжают, взрывов не вижу. Сирены тогда еще не было. Но я смотрю по телеграм-каналам, что война началась. А я не понимаю, нужно ли мне своих подписчиков подвергать опасности, эмоциональному стрессу и писать, что началась война. И я думаю, а будет ли уместно сегодня еще выставить типа колготки в перемешку типа, с тем, что началась война? Ну, мне же нужно выполнить свою работу. И я... очень долго не могла понять, как мне действовать. Я вот это отправила Лесе сообщение где-то около 7 утра, около 9 утра я его сама удалила, потому что дошло, что да, все-таки, наверное, любителева реклама переносится. Но с самого утра я начала звонить своему фотографу.
тоже ее зовут Леся. Я ей звоню, потому что я понимаю, что она спит. Я смотрю, ее в онлайне не было. Я ей звоню, пишу, она не берет трубку. Я опять звоню, пишу. И тут она мне отвечает около 8 утра. Типа, кажется, у меня рейс перенесли. Я говорю, Леся, Леся, аэропорт не работает, война началась, ты никуда не летишь. Она говорит, в смысле, Леся, посмотри новости, началась война, пожалуйста, типа, съемка отменяется, типа, собирай вещи. То есть люди вот это вот первое время, они вообще не понимали, что делать. То есть я реально готова была ехать на съемку, там, типа, и выкладывать рекламу колготок. Это я маму позвонила свою, разбудила со словами, что началась война. Первое, о чем я подумала, это мой дедушка, мой прадед Володя прошел Великую Отечественную, он прошел блокаду Ленинграда, вернулся домой живым, но с дистрофией. И первое, что я подумала, что мой прадед Володя делал все для того, чтобы я никогда не услышала и не почувствовала того, что я почувствовала утром 24 февраля. Вот, и, конечно, сквозь эту обиду, ну, я ходила просто по квартире, я не понимала, что мне нужно делать. Потом мне позвонила Даша и сказала, да, конечно, собирай вещи, приезжай ко мне. Даша приехала к нам, парень у Даши военный, поэтому он поехал на работу, но про это подробнее уже расскажет Даша сама. А мы были дома и просто охеревали с происходящего. 24 лютого. Я прокинулась о 4:30, моєму хлопцю зателефонували, він працює в генштабі, і сказали, що почалось. Я почула тільки, що почалось, і в мене просто тримали руки, і я не розуміла до кінця. Мені здавалось, ну, це якийсь жарт, можливо, десь там почалось, але він почав збирати сумку, каже, можливо, я там на роботі буду тиждень, я кажу, в якому сенсі тиждень, ти там будеш ночувати? Він каже, да, я буду ночувати, тобі краще або зараз засинати і пізніше збирати речі, або вже зараз збирай речі. Я кажу, а куди, наскільки, ну, хоча б на 2 дні візьми найнеобхідніше. Ну, що Даша взяла? Паспорт, всі гроші, які в мене були готівкою, додумалась. Я не знаю, як в мене працювали мізки о 5 ранку, але я додумалась це все взяти. Потім я додумалась взяти термокофту, легінси, крем для обличчя, зубну щітку і розчоску. Все. Тебе не було тривожної валізи? Ми обговорювали взагалі стан війни, можливості війни, і Аріна казала, та якщо почнеться, нам треба щось вирішувати, нам треба кудись бігти. Ну, а я завжди відходила від міркувань свого хлопця, оскільки він працює в генштабі, він, мабуть, же людина, яка точно знає, буде чи не буде, він би мені мав сказати, і він на 100% був впевнений, що після того, як вони підписали ЛНР і ДНР, що буде тільки Луганська і Донецька область далі під обстрілами, ну якщо і буде. Ніхто не вірив, ніхто не вірив. Я до останнього думала, що це з нами ніколи не трапиться. Мене в школі не вчили, що таке війна, як виживати під час війни. Я була на екскурсіях, я бачила, але коли ти дитина, ти розумієш, ну це було на той час 65 років назад, вже такого не буде, це як історія, ну і все. Мене ніхто не вчив, що треба збирати, що класти в тривожну валізу, як реагувати, що брати. Ну, ти не розумієш, ти просто не віриш до кінця, тобі здається, що ти в якомусь сні, і ти зараз прокинешся, і це все закінчиться. Коли тільки почалося це в Києві, мене Вадік відвіз до Аріни, бо я не могла бути сама вдома. Я приїхала до Аріни, поки ми їхали, всі люди з сім'ями збираються, ми в ліфт не можемо спуститися, ну, 5 ранку. Всі збираються, всі на машинах, величезні черги на заправках. Це просто люди з дітьми бігли, тому що люди не звикли до такого, вони не знають, як реагувати, вони просто бігли. А в цей момент, коли ти їхала до Аріни, ти кота вдома залишила? Да, кіт був вдома, бо я думала, що через 2 дні я повернусь. Ну, тобто ти йому залишила на 2 дні їжі, води,
Я висипала всю пачку, бо у нас такий кіт, ну він їсть скільки йому треба, він не переїдає. Просто висипала, налила каструлі води, ну і поїхала. Ну, я на 100% була впевнена. Ну, це почалось в четвер. Я думала, що до суботи я повернусь, все буде добре. Ну, не може бути такого, що весь світ це не побачить, що в 21 століття у нас війна, ну, не буде такого. Ми на сьогодні день просипаємося і узнаємо, що Київ хочуть захватити за 3 дні. Тогда, естественно, никто не мог знать, какие масштабы, какие последствия будут. Во-первых, все такие-то, боже, ну, война в 21 веке, сейчас все за 3 дня решится, у всех есть интернет, сейчас весь мир станет на защиту. То, что думал абсолютно каждый. И поэтому я не отличалась от этих людей. И когда мне на следующий день сказали, друзья, ребята, мы едем дальше в сторону западной, просто в сторону, типа, дальше от Киева, в села, потому что небезопасно сейчас находиться здесь, у меня началась дикая истерика, потому что я поняла, что все, что я с собой взяла, это, ну, реально пару штанов, пару трусов, понятно, какой-то крем, если вам интересен мой анпакинг моего багажа. Давид мне все всунул мои документы, и весь мой кэш, который типа у меня был. Все, мы уехали к друзьям за город, слава богу, не в сторону Бучи, а в параллельную, чтобы быть вместе с друзьями. Это была моя идея. Говорю, слушай, говорю, Давид, говорю, давай собираться. Говорю, твоих друзей типа есть большой дом. Говорю, поехали туда к ним. Вместе легче. Что мы сейчас здесь будем сидеть в центре Киева? Мы живем на 10 этаже, типа, ну камон. Я думала, я же була уверена, що я їду на одну ніч максимум переночувати. Скажи, будь ласка, коли ти вже зрозуміла, що в твоїй голові з'явився певний план і маршрут, куди би ти хотіла виїхати з України? Это случилось очень, очень резко, потому что я была в селе с Давидом у нашей знакомой девочки в доме у ее родителей. То есть этих людей мы видели первый раз в жизни. Когда мы туда приехали, нас было около 15 человек в доме с учетом маленьких детей, 3-месячного ребенка, 2-летнего ребенка. То есть понятно, что это был небольшой 2-этажный дом собственный. Но давайте правде в глаза, когда вы спите на полу, почти все на 1-м этаже, потому что на 2-м небезопасно. Это все не очень круто. То есть потихоньку начинает ехать мозг, когда ты не можешь где-то кричать, разговаривать, потому что ребенок маленький спит, в обед он спит, утром он спит, вечером ребенок спит. То есть это у каждого свои правила. 15 людей, которые не знакомы между собой были раньше или знакомы, там я там 5 людей, да, знала из этой тусовки, с которой я там было чутно, как что-то взрывается? Нет. Там не было слышно. Мы выбрали очень безопасное место. По сей день там ничего не слышно. Летали наши самолеты низко, так что, конечно, мы пару раз наложили просто трындец. Бежали на -1 этаж в это бомбоубежище. Вот, поэтому ты просто понимаешь, я, допустим, вот пока я была в этом селе, я спала все время в термобелье. Почему в термобелье? Потому что я не могла позволить себе переодеть пижаму. Почему не могла позволить себе переодеть пижаму? Потому что если ударит в дом, нужно будет выбегать на улицу и куда-то бежать, прятаться. При минусовой температуре в пижаме я не выживу. Если я буду спать в одежде, что секунды ты мала быть готова, да, до того, да, что потребовалось? Я ходила, бегать, эвакуироваться. Да. Я ходила как сумасшедшая, я ходила, у меня вот здесь была одна сумка, тут были паспорта, то есть я ходила реально все время на готове. Мы, если закрывали все окна, мы не слышали плюс-минус сирены, это если ты уже выходил на улицу и было достаточно хорошо слышно. Первых несколько дней почти никто не разговаривал, потому что все были настолько шокированы, что все просто сидели, молчали, слушали там друг дружка, знаешь, просто тихо плакали, как-то так. Потом уже, понятно, стало, что нужно поднимать какой-то боевой дух, пацаны начали готовиться к обороне, таскали песок, засыпали в мешки, накрывали. Недостроен был балкон, мы себе вместо перил повыкладывали просто высокие мешки с песками для того, чтобы отстреливаться. Каждый из нас учил
как держать в руках оружие, как стрелять. У нас были четкие правила, как мы бежим, куда мы бежим. У нас был бункер в два входа. То есть там с детьми бегут через дом, кто без детей, молодой, красивый, бежит через улицу. Как-то так. Когда нас в этом доме было уже 19 человек, я поняла, что я уже просто потихоньку начинаю сходить с ума, потому что приезжают уже те люди, у которых нет возможности выехать из Украины, а у меня была возможность выехать из Украины. И я начала думать просто по-другому, что я здесь сижу. Конечно, мы плели сетки, мы помогали терробороне, то есть все, что можно было делать, мы все делали. Тем более я вступила в войска, в инфофронт. У нас есть наш чат блогерский всех блогеров Украины. Там не все, там основные, там где-то до 300 человек. И у нас есть... Це досить багато, і у нас є основні задачі, які-то, які ми повинні виконувати, да? Тобто нам ми самі рішаємо там, що ми постимося вместе. Ми готуємо там ролики, там, це не лично я делаю, там, да, это люди там, які там графічні дизайнери, там роблять нам определені макети, ми там пишемо текст, все вместе согласовуємо, постим, не постим. Багато постів і сторіс було видалено Інстаграмом. Очень много, очень много. То есть даже сторис «Доброе утро» удалили за травлю, мой промокод на iHerb удалили за какие-то нацистские тоже символы. Это просто мы скажи, жалобы. Будь ласка, ты разумеешь, чему это відбувається? Потому что кто-то из россиян жалится на цей пост, чи вони якось, чи сам Instagram обирає, який пост він заблокує? Именно так. Сейчас Инстаграм, я разговаривала с представителями Мета и людьми, которые работают в Facebook, они сказали, что они не ожидали такое количество ботов, они не ожидали такое количество жалоб, поэтому они сейчас не могут рассмотреть такое количество жалоб, и если там, допустим, на одну сторис пожаловалось там 100 человек, что это травля, то Инстаграм не будет сразу разбираться, травля там или просто моя фотография «Доброе утро», она просто его автоматически сносит, и потом ты можешь типа на проверку опять отправить. Я так 100 раз отправляла на проверку, мне все равно удалило за... Там сториз была, типа, знаешь, слева колонка, кто поддержал Россию в войне, справа, кто против. И этот контент удалили, и нам сказали, что это, типа, слишком сексуальный контент. Я тебе скажу больше. Мене позбавили можливості користуватися бізнес-аккаунтом. Тобто я не можу зараз побачити свою там статистику, ну, ці всі плюшки, які має бізнес-аккаунт. Я тебе могу сказати, що ми вже рішили. Мені заблокували 10 сторіс і написали, от зараз в мене висить запрос, що за наступне, якщо ще буде 11, то ми ваш профіль заблокуємо. У нас в блогерском чате, он называется «Батальон блогеров», где там до 300 блогеров, мы все сами решаем самые глобальные проблемы, а есть люди, которые отвечают там за безопасность наших страничек, это то, куда я отправлю твою ссылку, Сережа, есть люди, которые занимаются 3D-макетами, есть люди, которые выходят, то есть мы просто так объединились, что ну, мы действительно инфофронт. Скажи, будь ласка, а чи були якісь відомі, чи є якісь відомі українські блогери, які не підтримали ваш рух? Смотри, не то, что не підтримали, просто есть такие люди, допустим, как Соня Стужук, да, я думаю, что все знают этого блогера, это блогер-миллионник, больше 5 миллионов, это блогер, у которого была самая большая, сейчас объясню, у нее самая большая российская аудитория, и когда мы только создали нашу группу, там были все миллионники, да, то есть можно было, мы между собой общались, тогда еще не то, чтобы прям мы вели какую-то войну, мы только разговаривали, ребята, как вы, все ли живы, все ли в порядке, вот, и Соня просто падала на дурочку, и она говорила, я не понимаю, типа, что мне говорить, вы скажите, типа, что мне сказать, и я скажу. Ну, то есть она настолько доводила нас до истерики своим тупизмом, потому что она не дура, она умная девочка.
Но она делала вид, что она тупая. Сейчас дело в том, что она сама удалила свою страницу и сказала, что ей удалил страницу Инстаграм. Объясню тебе, для чего это. Для того, чтобы не терять аудиторию с России. Потому что когда ты сам удаляешь свой аккаунт, человек не может на тебя подписаться и отписаться. Ты не выдаляешь, а просто как бы заморожуешь, так? Да, вот она заморозила свою страницу, но она там, правда, уже какую-то левую создала, угу. Что сейчас там последних 2 недели я не слежу, я говорю про то, что было основное в начале войны. Да, она делала вид, что она не понимает, о чем Соня делала вид, что не понимает, что вообще от нее хотят. Говорила, что я в дороге, там, извините, не трогайте. И в это же время она комментировала, оставила комментарий своей подружке, российскому блогеру. Там, типа, ой, ты такая красивая, там, знаешь, что в этом роде. То есть на время на комментарии было, а рассказать своей аудитории, кто на кого напал, у нее времени не было. Вот поэтому... Ну и хер с нею. Скажи, будь ласка, яка країна була першою на твоєму шляху до прохистку? Мы выехали с Украины, наша дорога была около 15, наверное, до 15 часов от нашего села до границы с Молдовой. Там мы перешли границу. Ты кажешь, мы? Кто с тобой был? Меня вывезли родители моего парня. Угу. Они приехали на машине с собаками, забрали меня, и мы поехали. Я пересекла границу в Молдову, там меня жестко вышло, потому что Ирина, там... А ты уже на той момент, ты розуміла, куди ты едешь? Де кінцева зупинка буде? Нет, я не понимала, куда я еду. Я понимала одно, что мне нужно выехать за границу, остаться где-то в отеле на одну ночь, и там я уже бы все решила, потому что под сирены думается очень плохо. Вот, то есть я думаю, что ты знаешь, какая я собранная, какая я боевая, я могу все, всегда, мне вообще на все все равно, но когда звучит сирена, вещи собирать очень сложно. Вот, поэтому, конечно, даже самый такой, типа, драйвовый человек, который всегда может все решить за 5 секунд, очень сильно теряется, и это то, с чем я столкнулась лично. Приехала я в Молдову, пересекла, точнее, границу, и там стояла такая палатка по типу... там, безкоштовная ежа, сейчас типа такая, там, волонтерское какое-то, в общем, место. Я это вижу, я подхожу взять чай, и меня накрывает ровно в этот момент начинается истерика, потому что я понимаю, что я беженка, что я refugee. Мы приехали в Молдову, мы остались в отеле, у меня был один день решить, куда я еду дальше. Пока я переезжала в Молдову, я была все время на связи с Дашкой Майстренко, она в это время тоже пересекала границу, и мы с ней в последний момент решили, что мы с ней едем в Испанию. Я, коли приїхала до Аріни, ми там ще побули 2 години, потім одразу виїхали за Київ, один день переночували в бункері, і потім вони мене підвезли до Канева, мене забрав папа там на блокпості, і я була ще 10 днів в Каневі. Це по факту не я і їхала, це мене розбудив просто тато. Це, по-моєму, було 7 чи 8 березня, я б сказала 7. О 6 ранку він мене будить, сказав, що все, нам ніхто не закриє небо, це вже достовірна інформація, там далі вже Бучі на той момент заходили війська. Наші... в Канів уже запускали оборону, він коли це все побачив і дізнався, сказав, що все, ти тут не будеш. А всі, скажи, будь ласка, а ці 10 днів в Каневі, ти чула постріли, як вибухають ракети, це все було чутно? Вибухів я не чула, але як летіла ворожа техніка, як наша техніка летіла, це все було через... Ну, Канів – це близько до Київської області, це на межі Київської і Черкаської, тому всі ракети, які летіли, ми чули. Ну, тобто, зазвичай це була 3-4 ночі, і ти просто прокидаєшся від... А сирени? Ну, тут вони були, в Каневі були сирени, але оскільки ми живемо на горі і ми там нічого не чули, абсолютно. Я тільки дізнавалась це з Телеграм, бо я була підписана на наш Черкаської області канал, там, де писали за всі міста. Ну, тобто, по факту я хочу зрозуміти, що саме батько став
причиною, так, того, що ти все ж таки зібрала речі і полетіла в Іспанію? Ну, це була підстава, бо він мене мав відвести до Аріни, вона тоді була в іншому місці, і ми тоді разом мали поїхати вже за кордон. Але я була зі своєю тіткою, і вона забула свій загранпаспорт, і ми мали їхати в Черкаси. І потім вона мала сідати зі Сміли на Львів зі своєю подругою. Ну, я тричі перепитала у папи, я кажу, я ж не буду їхати на Львів, мені треба в сторону Чернівців. Він сказав, ні, звісно, не потрібно. Ну, я була спокійна, а потім в останній момент він мене просто так от запихує в цей потяг для дітей і жінок, які евакуюються зі Сміли. До речі, цікавий факт, що о 12-й був потяг і о 6-й зі Сміли до Львову. Ми мали виїхати о 12-й, але ми запізнювались і вже виходило так, ніби ми будемо їхати о 6-й. Але потяг затримали на 3 години. І ми встигли на цей перший. А потім я прочитала новину, що потяг, який їхав о 6-й, він застав обстріли і навіть щось потрапило по самому потягу. Тому можна сказати, що я була щаслива. Можеш згадати, який настрій був у людей, які їхали у потязі з Сміли до Львова? По-перше, ми чекали на холоді, був мороз 1 градус. Жінки з дітьми, новонародженими, чекали 3 години на холоді. Там не було, було укриття, але людей було настільки багато, що їм не було де ховатися, куди заходити. Все було зачинено, в плані де взяти каву, де щось поїсти. Це все було зачинено. Ми чекали, потім приїхав потяг. Потяг розрахований, це електричка, це не потяг. Який розрахований на маленькі дистанції. Там був один туалет на 8 вагонів. Я зараз не шуткую. Це правда. Не прикрашаєш. Був один туалет, 8 вагонів. Потім через станції 4 нам ще прикріпляли вагони, бо їх було недостатньо, тому що підбирали на шляху. Місця абсолютно не було. Ми не пили воду, ми не їли, оскільки розуміли, що потім нам потрібно буде йти в туалети, щоб дійти до туалету. Ну, там просто діти сплять в переході, мами, і всіх будить, піднімати, щоб і так 8 раз, щоб дібратись до туалету, де зараз черга. Це було нереально, тому це були найтяжчі 18 годин, ми їхали 18 годин, тому що коли сирена, потяг зупиняється, виключається світло, і ти чекаєш. Було таких 2 зупинки тривалі, по 2 години, і це такий момент, коли всі діти починають плакати, всі не розуміють, чого темно, у всіх істерика, десь близько другої ночі до мене підсіла жінка, я не пам'ятаю, на якій станції, дитинки 2 місяці. Я оце тримаю, вона поки там роздівалась, я тримаю цю голову, кажу, там в мене ж грязні руки, подождіть, я щось там бризкаю, тримаю цю голову. В такі моменти ти не думаєш за себе. Мені здається, в такі моменти всі, хто там їхав, вони всі переживали за інших, бо розуміли, що, можливо, я в 10 разів в кращій ситуації, ніж зараз от людина, в якої 3 дітей, 4 людей, там, у багатьох були діти-інваліди, аутисти. Коли дитина-аутист, вона просто кричить, це не через те, що щось трапилось, вона просто таким чином розмовляє. Про щось говорить, про якусь тривожність. Вони дуже чутливі самі по собі. Це було важко. Я забула про те, що у мене болить спина, 18 годин їхала, я забула про все. Мені здається, десь години 2-3 я стояла, потім сиділа, потім знову стояла. До Львова, коли ми доїхали,
мені здається, Львів ще скільки людей в житті не бачив. Там просто по коліям люди шурують, бо в переходах там черги. Діти по цим коліям, їде потяг, там дитину відтягують від того потягу. Ну, просто діти, там валяються банки, собаки, коти, тут дитина новонароджена. Ну, це страшно. Ну, я не знаю, я коли це все згадую, я не розумію. Весь час було таке питання, ми всі добре жили, у нас всіх було ліжко, була кухня, був свій туалет, все було добре, чого ми зараз, як, вибачте, бомжі, маємо просто лежати і не знаю, і бачити своїх дітей, які страждають, тому що у багатьох закінчилась їжа. Найпекельніше – це бачити людей з Харкова, бо їх дуже багато. І вони, мені здається, на той момент, коли я їхала, витримали найгірше. Я не знала, як з ними, ну, от, розмовляти, оскільки... мені здається, я себе так відчувала, як зараз люди от в Європі слухають від нас якісь історії, що у нас там війна, і вони співчувають, але вони не розуміють. От в мене такі були відчуття, коли я спілкувалася з людьми, які тоді їхали з Харкова. Не знаю, було важко. Потім була Польща. Потім була Польща. До Польщі, виходить, дякуючи друзям свого хлопця, які мене розмістили в Яворові, в який потім через 5 днів бомбануло. Вони мене розмістили в Яворові в військовому гуртожитку. Я там переночувала своєю тіткою і подругою. Потім нас довезли до кордону, там теж був друг мого хлопця. Ну, коротше, того ми і не чекали так довго. Він одразу, коли була перезміна, нас, грубо кажучи, без черги. Ну, тобто ми чекали там ще потім 3 години, але це було не 13 годин, як багато на той момент чекали. Тому нам, можна сказати, пощастило. Як вас зустріла Барселона? Ну, начнем з того, що 3 дня я добиралась до Барселони. Я приїхала, мене там уже ждала Даша, вона на полдня раніше, чим я приїхала к ней в отель. Как обычно, ну, вот эти истерики, вот эти слезы, а правильно ли я сделала, боже, оставила своего парня, а там же родители в Кривом Роге. Ну, то есть, я никому из перечисленного выше никак бы не смогла помочь, не находясь рядом, не находясь на расстоянии. Понимаешь, что самое сложное в этом? Поэтому, по сути, где переживать, ну, оно не имеет особого значения. Тем более, я посчитала, что я освободила кому-то место, человеку, который не может выехать с Украины, а я могу, поэтому я освободила свое место в этом селе для других людей. Так оно и получилось на самом деле. Вот, поэтому, только приехав в Барселону, я села на кровать к Даше и такая думаю, так, что там работа, а потом такая, стоп, так я ж потеряла все 4 работы. То есть до меня дошло только через 2 недели. Скажи, будь ласка, а як ти летіла, вірно, до Барселони з Бухаресту? Так. Ти купувала за свої гроші квитки чи отримувала безкоштовні? Ні, я не брала ніяких безплатних білетів, тому що я вважаю, що краще залишити це для тих людей, які не мають можливості улетіти куди-то за свій счет. Тому я платила везде за всі переїзди, але я не платила тільки за один білет. Це якраз таки там в Румынии на границе есть один город, с которого мне нужно было добраться в Бухарест. И вот один тикет только у меня был бесплатный, потому что если бы я его не взяла, я бы не улетела, ну, я бы не попала в Бухарест. Ты просто показала украинский паспорт. Да, я приехала в Румынию, там было очень много детей, людей, собак, кошек, всех наших беженцев, все говорили на русском или на украинском.
Я попросила подсказать мне, как мне купить билет, куда мне вообще себя деть. Мне дали бесплатный билет, на котором было написано «Help for Ukraine». И у меня опять началась истерика прямо на перроне, когда я это увидела. То есть это такое подавленное моральное состояние, которое я даже не могу описать его. Вот, поэтому... Дали вот бесплатный билет, классное место, удобный поезд. Это как типа наш первый класс Интерсити, что-то в этом роде. Вот, я на нем доехала до Бухареста. Везде за все платила, вот кроме вот этого вот билетика. По сей день я заплатила за все, кроме этого билетика. Перший день, коли я повернулась в Страдівариус в Барселоні, це був просто неймовірний день, мене всі обіймали дуже сильно, всі цілували, всі запитували, як я тобі можу допомогти. Просто кожен фотограф сказав, що у мене є кімната, якщо ти хочеш, можеш жити у мене, якщо там комусь потрібен дім, там, ну просто всі намагались допомогти. І оскільки я приїхала без речей, я нікому не казала, що я приїхала без речей, це потрібно розуміти. Мені підійшла головна стиліст і каже: «Даш, от іди туди, візьми все, що тобі потрібно, якщо потрібно твоїм батькам, там, родичам, теж можеш взяти. Ми хочемо якось допомогти, для нас це буде тільки приємність, якщо ти візьмеш». Я кажу, що в мене всі батьки в Україні, єдине що, я тут з подругою, тому я візьму собі і подрузі. Багато взяла? Ні, не багато. Я взяла майже все однакове, тільки в різних кольорах і таке на перші часи. Це було з одного боку мило, а з іншого боку, коли ти обираєш, тобі таке відчуття, ніби... Чому мені мають допомагати? Ну, от чого так сталося? Мені було якось соромно обирати ці речі. Я не знаю, ну, це було щось от таке всередині. Соромно чому? Тому що ти розумієш, що в тебе є власні гроші, і ти можеш собі купити будь-що? Ну, на той момент я прекрасно розуміла, що в мене весь тиждень робота, а носить щось потрібно, тому... А скажи, було, ти так сказала, що в перший день тебе так зустрічали. Такого більше не було? По факту більше такого не було. Ну, тобто, в іспанці вони більше емпатичні, вони запитували, як твої батьки, чи все добре. Ну, їм було цікаво. Я бачила в очах, що їм правда цікаво, і вони співпереживають. Наразі я в Германії. Я не буду говорити, тому що всі міста різні, різні були роботи, але я не відчуваю емпатії. Коли я кажу, я з України, тишина, всі розмовляли, потім вони дізналися, звідки я, і з'являється тишина, яку я не можу розуміти. І коли я була на роботі, в Мюнстері до мене потім підійшла фотограф, каже, я хочу попросити тебе вибачення, ми просто всі так затихли, але насправді ми правда не знаємо, як реагувати, ми не знаємо, як співчувати, і нам важко підібрати слова. Я побачила, що ти образилась на це, і тебе це заділо, тому що ти не зрозуміла, але ми правда не знаємо, як підбирати. Ну, тобто, Тут важче. Скажи, будь ласка, чи збираєшся ти отримувати статус біженця? Ні, я не збираюсь і не буду отримувати статус біженця. Варіант укриття? Чи поки тебе твоя робоча віза абсолютно задовольняє? Мене моя робоча віза абсолютно задовольняє. Я... Знаю, що можна піти до лікаря просто з паспортом, якщо тобі це потрібно, для українців це безкоштовно. Якщо проїзд, так само це ти можеш організувати з паспортом, якщо тобі потрібен якийсь проїзд. Правда, я ще не використовувала ці привілегії, але я й не думаю, що я їх буду використовувати. Я думаю, що це зроблено для людей, скоріше, у яких правда немає...
допомоги, грошей, забезпечення. Нема просто коштів. Скажи, будь ласка, як часто ти на зв'язку з своїми рідними? Ой, Боже, я ще так часто на зв'язку з своїми рідними, мені здається, в житті ніколи не була. В мене тато в шоці, що я так часто в нього запитую, як справи. Мама теж в шоці, що я за неї так сильно переживаю, тому що раніше, раз в 3-4 дні я їм телефонувала десь між роботами, десь в потязі чи щось таке. А зараз для мене дуже важливо прокидатись, розуміти, що з ними все добре, засинати, розуміти, що з ними все добре. Ще перші тижні була прям величезна тривожність, коли ще не відвели війська від Києва і були наступи. Тиждень назад моя мама в Кременчуці взривали ракети, там моя сестра, мої племінниці. Це був важкий період для мене. Поки тихо, поки... А щодо твого хлопця? Мій хлопець, він був 49 днів в Генеральному штабі, потім там щось відбулось, не буду казати що, їх переселили в місце, де я не знала, де він є, він мені не говорив, де вони. Він виходив на зв'язок раз в 3 дні, раз в 4 дні, тобто він тільки міг листуватись і все. Це так само був важкий для мене період. Ну, і коли ти працюєш, і потрібно посміхатись в камеру, і ти розумієш, що там щось відбувається, це достатньо важко. Хочеться бути постійно з телефоном, постійно читати, запитувати, контролювати якісь процеси, тому що я все одно своєю головою я в Україні. Як би там це дивно не звучало, що я в Гамбургі, в мене роботи, якісь свої завдання, але це неможливо бути осторонь. Це неможливо, тому що завтра може кудись полетіти ракета, де твій тато, або післязавтра, де твоя мама, або післязавтра в твого хлопця. Я молюся, аби цього не сталося, але... Це важливо, і ти не хочеш це втратити. Але деякі клієнти це розуміють, тому дають можливість там зателефонувати, поспілкуватися, і це дуже мило з їхнього боку, я це дуже ціную. В Барселоні нету фактично ніякої допомоги, где-то ходила інформація о том, що видають карточки, сказали о том, що видають проїзні на метро, що поїзда бесплатні. Ти маєш на увазі сім-карти для телефону, для зв'язку? Да, да, это все неправда. Я просто скажу наперед, що дає безплатно Барселона. Нічого. Поїзда, які були изначально безплатні, сейчас уже сделали платними. То есть только если вы пойдете в Красный Крест и будете плакать и говорить, что, пожалуйста, я не хочу платить 70 евро, чтобы поехать к своей подружке и обнять ее там в соседний город, то, может быть, вам дадут билет бесплатный, но это не точно. То есть изначально, может быть, какие-то места для беженцев и были, но, понятно, с каждым днем их было все меньше и меньше. Странно для меня, конечно, было, что не выдают ни карточек для телефона, которые там достаточно дорогие, не выдают никакие проездные на метро. Говорили, что вот типа если выйти на Санс, там это типа вокзал у них, да, такое метро, то якобы там можно получить 10 бесплатных поездок. Ну ничего нельзя получить, но я там месяц прожила, за все заплатила, ни копейки мне никто не дал, выплат там нету, поэтому было быстро принято решение оттуда уезжать, потому что работа у меня там не оказалась, у меня там были кастинги по моделингу, но работы там не оказалось, потому что все девочки СНГ сейчас в Европе, потому что Америка не выдает, это я не для тебя рассказываю, а для наших зрителей, потому что Америка не выдает рабочие визы уже давно, а Китай, огромный маркет, закрыт, потому что коронавирус уже больше 2 лет, поэтому все девочки зарабатывают сейчас в Европе. Вот, поэтому работают, как я поняла, скажи, только те, яке, кто был до войны. А яке ставлення місцевих до нас, до українців? Смотри, я не хочу пугать, но есть большое подозрение, что именно в Барселоне, так как они хотят отделиться, они хотят отдельное, они хотят быть как автономная республика, как типа а-ля Крым, они хотят отделиться, они Каталуния, но они уже 100 лет хотят отделиться, и ничего не получается, поэтому именно в Каталунии люди не любят даже испанцев.
местных, которые приезжают. Вот. А мне сказали, что в других городах более радостно встречают наших людей, с удовольствием размещают и помогают. Но мне этого не удалось познать. Я могу сказать, то есть со стопроцентной уверенностью, что вам не будет никакой помощи, если вы будете в Барселоне. Я не хочу пугать, но я говорю как есть. То есть мою подругу Красный Крест расселил бесплатно час езды от Барселоны в отеле, но она живет с бывшими заключенными, которые сидели в тюрьме во Франции. Почему? Потому что Красный Крест помогает не только беженцам, но всем, кому нужна помощь. И им тоже нужна помощь, потому что, имею в виду, заключенным, потому что у них, видимо, нет денег и негде жить. Вот, поэтому как бы будьте готовы, что если вы просите помощи у Красного Креста, вас могут поселить с бывшими зэками. В какой момент ты вырешила, що з Іспанією потрібно розпрощатися і рушати в іншу країну. Когда у нас уже подходила к концу аренда первого месяца, я поняла, что мне уже Барселона абсолютно не радует. Я боюсь по Барселоне ходить. В Барселоне все время воруют. Я жила не в самом удачном районе вместе с Дашей. Это мы поняли только уже под конец нашей аренды. К счастью, наверное, а не в начале, а то вообще, наверное, не выходила на улицу. Все время воруют, идет там мужчина выгуливает собаку, собака там идет по улице, посрала, они просто пошли дальше. То есть никто не убирает какашухи за собаками, везде все обоссано, я очень извиняюсь за мою прямолинейность, воняет просто трэш. То есть и когда ты, ну, начинает теплеть, вот это вот, ну, то есть, понимаешь, люди за собой не убирают в Барселоне. Вот, поэтому они где хотят, туда и спускают свою прекрасную нужду. А мой товарищ, когда шел вот, ночевать, охранять наш Майдан, взял с собой 2 термоса, дабы попросить у людей кипятка, чтобы заварить чай. Ему отказали в 8 местах, включая Макдональдс. Вот, поэтому для меня это странный город. У меня очень много вопросов, очень мало ответов, почему не дать украинцу, ну, видно же, что он украинец, мы тем более все ходим с отличающими знаками, и на улице мы разговариваем на украинском языке, а не на русском, чтобы нас, не дай бог, не перепутали с русскими. У меня в Барселоне очень много вопросов на самом деле, и когда уже просто страшно было находиться, ну, до 3-4 утра крики под домом, вот, когда я уже поняла, что Барселона абсолютно совсем не радует, и мне здесь уже просто плохо, мои друзья переехали в Ригу и позвали меня с собой. Они мне торжественно выделили диван большой раскладной. Поэтому мы живем втроем. Это молодая новоиспеченная семейная пара и я. Мы называем себя шведской семьей и смеемся. На самом деле очень странно, но мы еще друг другу даже не надоели и еще даже не начали ругаться. Почему разделились Даши? Потому что Даша полетела дальше в Германию. Я сразу отвечу на твой вопрос. Даша полетела дальше на работу в Германию. В Германии, к сожалению, мне места не нашлось в прямом смысле этого слова. И ты это знаешь, потому что ты тоже пытался мне искать квартиру. Хоть что-нибудь. Хотя бы собачью будку, понимаешь? И той нету в Германии. Поэтому мы решили сейчас остаться в Риге и оформлять уже документы на беженство здесь, потому что в Испании этого не получилось. Подробнее можно знать в моем телеграм-канале, если что. Вот, ну. А скажи, будь ласка, це буде біженство, чи це буде тимчасовий прихисток? Это будет 100% тимчасовий прихисток, тому що біженство і тимчасовий прихисток – це дуже різні речі. Там разные правила і все в этом роде. Поэтому это только временная защита. Она оформляется здесь достаточно легко, ты приходишь, заполняешь все документы в центр к беженцам, там тебя также могут накормить борщом, это то, что я сделала вчера, будучи очень голодной. Заполняешь все документы, с тобой разговаривают на русском языке, потому что это Прибалтика. И через 2-3 недели ты получаешь первую выплату, идентификационный код мы уже получили, с которым можно работать, и паспорт, не отдаешь свой паспорт, просто приходишь через 2 недели и тебе вклеивают твою визу на 1 год. Вот. Це так звана гуманитарная виза. Это тимчасовый прихисток, но тебе ставится на год виза. С правом работы, так?
с правом работы, потому что у нас уже на руках есть идентификационный код, да. Хочу сразу сказать, что здесь есть выплаты, в отличие от Испании и от Италии, там, где нету выплат абсолютно никаких. У якому розмірі? Почти 300 евро – это экстренная помощь. Почти там 270 чем-то евро и 109 евро каждый месяц. Я понимаю, что это небольшие деньги по сравнению с Германией, где выплачивают 400 евро, и со Швейцарией, где выплачивают еще больше. Вот. Но это лучше, чем ничего, да. Вот. Здесь, угу. Я скажу тебе честно, я просто в шоке, потому что если бы не война, я бы, наверное, никогда сюда даже не прилетела. Но это замечательный, красивый город, потому что я нахожусь в центре, я нахожусь в Риге. Здесь очень красиво, все люди поддерживают, невероятное количество наших флагов везде, нас рады видеть абсолютно везде, здесь я чувствую себя в безопасности, я хожу здесь и я не боюсь, что у меня что-то украдут. Потому что здесь вот была история, что украинцам машина на украинских номерах была и разбили окна. Здесь ее починили бесплатно на СТО. Когда мы ходили, гуляли, у них здесь есть оперный их театр, и прямо возле театра, мы подходим к театру, мои друзья мне говорят: Арин, типа, слушай, ну как бы ты имей в виду, мы типа тебя подготавливаем, там просто написано большими буквами «дети», как и было написано в театре в Мариуполе. Они это сделали, потому что они тоже собирают деньги и привлекают общественное внимание, поэтому просто имей в виду, типа, ну картина не очень, но типа ты предупреждена, поэтому чтобы ты не плакала, как мы, потому что мы рыдали. Ок, я говорю, конечно, мы подходим, люди собирают свечи, потому что они зажигали там свечи, написано на «дети». Мы подходим, благодарим этих людей за то, что они делают это для нас, за то, что они поддерживают Украину. И они начинают говорить о том, что мы воюем не только за Украину, но еще и за них. Ну и все. И ты уже стоишь, ты уже ревешь, я реву, смотрю, Лена ревет, смотрю, Ваня уже стоит, еле-еле держится с последних сил, когда просто мужик говорит: я вот гуманитарную помощь во Львов вожу, я все видел, я все знаю, мы вас поддержим, вот у меня два ребенка бегают, одному 9, другому 10, и вы воюете за нас, мы вас всегда поддержим, мы прекрасно понимаем, что происходит, мы за вас горой. И ты просто стоишь и ревешь, и как бы вот такая вот здесь сумасшедшая поддержка. По поводу Риги так бы хотела уточнить, какая именно здесь есть гуманитарная помощь. Когда вы приходите оформлять все эти документы, вам выдается бумажечка, вы можете два раза в месяц взять гуманитарную помощь. Это 8 килограмм еды, сухое молоко, сгущенка, какие-то крупы. Это все специально сделали здесь на заводах для нас, потому что это понятно, там написано не для продажу. Также один раз в месяц это гигиенический набор. Там тоже есть порошки, зубная паста, щетка и все в этом роде. Вот, поэтому это все можно узнать и получить, просто прийти в центр в Риге и узнать. В Риге, когда ты получаешь все эти документы, тебе выдают бесплатный проездной на 20 поездок, тебе выдают сим-карту на 3 месяца бесплатную, с безлимитным uh-huh. интернетом, с безлимитным разговорами, сообщениями и с бесплатными звонками в Украину. С кем с девчат из проекту ты ще спілкуєшся, окрім звичайно Аріни? С Катею Чичело. Ой, вона смішна, до речі, 23 лютого ми з нею спілкувалися, і вона нам всі казала: війна почнеться завтра, ви що, давайте збирайте, там вона всіх, ну, вона сиділа на той момент в Барселоні, я кажу: Катя, ну ти сидиш в Барселоні, ну там і сиди, ну що ти тут розповідаєш, не буде ніякої війни, на те ви не розумієте, давай, давай, Дашка, быстро, быстро вали. Ну, і я на це не відреагувала ніяк. І, до речі, вона перша була, навіть до дзвінка Вадіку, хто написав мені, що війна почалася. Це було, ну, дуже мило з її боку. В Барселоні не спалось. От. І Саша Літвін, часто ми переписуємось, в кого як справи.
І, в принципі, мені здається, все. Маша Гребенюк дуже часто пише, запитує, як тато, як рідні. Це дуже приємно. Які в тебе плани на сьогодні? Мои планы сейчас, я надеюсь, что война скоро закончится, но я уже не ставлю никаких дат, когда закончится война, потому что это очень сложно каждый раз разочаровываться. Вот, поэтому я планирую через неделю поехать к Давиду во Львов, потом вернуться сюда обратно в Ригу, и после 9 мая, я думаю, возвращаться в Киев. Я не знаю, как надолго возвращаться в Киев, но точно хочу поехать в Киев. Ти плануєш повернутися в Україну, як тільки ми переможемо, чи можливо раніше? Ну, я тут до 15 травня, і у мене вже думки повертатися в Київ. Я коли бачу, що вже там більше ніж 30% повернулося з тих, хто від'їхав, вже там черги, 40% закладів почало працювати. І я бачу людей, які ходять по Хрещатику, по Кловській, по там Печерську. Я просто така, блін, я теж хочу. І у мене вже такі думки, що я думаю повертатися. Я вчора сказала хлопцю, що я думаю повертатися. Ну, він каже, ну, в принципі, давай. І я думаю, що можливо в кінці травня, якщо там дасть Бог. Ну, дивись, мольфари сказали, що перемога буде, наша перемога буде 20 травня. Давай тоді планувати так, щоб побачитися в кінці травня на каву. Да. Потім треба буде, якщо це буде так, то треба буде предметку записувати з львівськими мольфарами. Ти знаєш, я готовий хоч сьогодні. Я ще ніколи так сильно не любила свою країну. Я ще ніколи так сильно не любила своїх людей. Вони для мене відкрились абсолютно з іншого боку. Раніше я думала, що всі від'їжджають в Європу, ніхто не хоче залишатись в Україні, всі якось дуже погано відзивалися про нашу політику, про наш стан в країні, все таке. Але зараз всі пишаються своїм президентом, всі пишаються тим, що ми робимо, всі пишаються нашим народом. Ми тягаємо ці прапори скрізь, де тільки можна, ми їх надіваємо. У мене на всіх куртках висить ось ці от наш прапор, жовто-блакитний. Скрізь це є, і я правда пишаюся, навіть якщо там на зйомці мене просто одівають, ну, це не спеціально, але я там в блакитному і в жовтому, то в мене там 10 фотографій в телефоні, що я в блакитному і в жовтому. Коли я йду щось купую собі з одягу, мене прям тяне на блакитне, на жовте, і мені здається, що цей патріотизм, він все росте, а коли ми переможемо, то він просто взірветься, і мені здається, що я і волосся собі пофарбую в жовто-блакитний. Я бажаю всім нам швидшого закінчення війни, перемоги і слава Україні! Героям слава!